полное описание и точная дата выхода шестой серии нового турецкого сериала «Мистер Ошибка». Шестая серия сериала выйдет в эфир 31 августа. С русской озвучкой серия будет доступна на следующий день. В шестой серии мы увидим, как Озгюр узнал, что спектакль, который они решили разыграть перед родителями Эзги, собирает все больше и больше зрителей. Раньше только их самые близкие люди должны были знать о том, что молодые люди якобы встречаются и якобы помолвлены. Но со временем возникло впечатление, что про это знает уже весь Стамбул и даже соседние города. Само собой, это не входило в значительный замысел, и теперь ребятам приходится думать о том, что делать дальше. Озгюр настроен решительно. Если уж удалось скрыть помолвку, то нужно ее опровергнуть. Он даже готов сделать это официально, через тот же журнал, где однажды про него писали. Но сама Эзги против. Эта девушка слишком сильно дорожит своей репутацией, чтобы вдруг становиться в глазах всех такой, которую бросил жених. Тем более так шумно, что знает вся Турция. Она даже стала носить на виду кольцо, которое должна была одеть только раз, на знакомство с мамой своего мнимого жениха, и не собирается его снимать, пока Озгюр не скажет всем, что свадьба будет. Через месяц она обещает дать ему свободу, но не прямо сейчас. В то же время и Джансу решила использовать эту помолвку в своих целях, чтобы подтолкнуть Левенте к более активным действиям. Она сказала ему, что давно мечтала выйти замуж, раньше двоюродной сестры, и теперь с этим нужно поспешить. Напомним, шестая серия сериала выйдет в эфир 31 августа. Нравится сериал? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.